Добро пожаловать, дорогие зрители, подписчики моего канала. С вами снова Шустрила. И у парня кончается курево. Продолжаем играть в Fallout New Vegas. И самое время пообщаться хоть с немногими заключенными, которыми здесь есть. Ох, как! Вот это на самом деле я показал доминацию. Я пробежал ногами грязными по месту, где они жрут. То есть я показываю, демонстрирую, кто главный. И они даже ничего не могут сделать. Ладушки, администрация тюрьмы. Думаю, здесь мы найдем лидера. Привет, ты лидер? У меня тоже такой автомат есть, кстати. Очень здравая тема. Богомолов выпиливает на раздок. Еб твою мать! У нас герой, господа! Я тут местный доктор вроде как. Мне, значит, ты вроде как доктор. Я был медиком в НКР полгода, так что я не совсем доктор, но все равно я понимаю медицине больше, чем остальные парни. Ну и поэтому я не могу ходить в рейды. Банда не может потерять своего единственного врача, так? Как ты сюда загремел? Медпрепараты идут по хорошей цене на правильных рынках. Я думал, интендант не заметит недосдачи. Я ошибся, ясно, приворовывал дерьмецом. Так, давайте тогда. Ну пока, а тебя ж можно... Да, таскаюсь. Мне нужно... Мне нужен доктор, бывало и хуже. Да не, ну ладно, лечи меня, в принципе, это же хардкор. Отлично, он меня подлечил, друзья мои. Что такое? Ебаю, а почему я глаза закрыл? Ладно, неважно. Он руками, видимо, поводил, как Алан Чумак, и все прошло. Ну, никто же не заметит, если, допустим, небольшой докторский саквояж. Ебать, он материализовался, друзья мои. Я не знаю, куда он делся. Короче, второй докторский саквояж по стечению обстоятельств возьмет, да и исчезнет, правда? Кто бы мог подумать, что это может случиться? Никто. О, а вот... Ты от меня не спрячешься, мать твою. Здорово. Это, ребят, тут кофе обычно пьют, наверное, молочная бутылка. Нафиг она мне нужна? Она вообще с молоком? Судя по всему, нет. Молочная бутылка без молока, что за глупости? Кому она может пригодиться? Мне нужно купить патроны для моей воронки-винтовки. Ни хрена себе, да ты крут! Я хочу такие же очки. Допиши работу. О, а ты видишь... Это, видимо, какой-то начальник тюрьмы. Здорово, Эдди. Дал сказал, что он кого-то впустил. Так что скажи мне, почему бы не убить тебя и не выбросить тело наружу? Потому что я тебя сейчас ёбну, если ты мне... Это... Что тебе надо? Это территория подрывников. Моя территория. Большинство ребят тут понимают это. Только Чавес не согласен. Чавес собрал свою собственную... Ладно, ну слушайте, в общем, парня. Короче, я берусь. Ты хочешь только разобраться с Чавесом? Чавес у них вожак. Без него остальные разбегутся, а на них мне наплевать. Я берусь. Хорошо. Чавес и его ребята видели к югу отсюда. Если тебе везет, он расслабится, там ты его и найдешь. До свидания. Мне нужен торговец. Ребята. Где я могу найти товарища, который торгует реальными шмотками? У вас интендант есть? Вот дверь закрытая средним замком. Так, давайте быстро, пока сюда никто не вломился. Своруем что-нибудь. Да военные деньги своруем, например. Настоящий... Ложь? Ты с кем поздоровался? Учебник для конгресса. То есть, мягко намекают, что в конгрессе ребят не совсем правду говорят. Эту дверь мне не дадут скрыть, потому что здесь стоят товарищи. Хорошо. Мы взяли работку разобраться с Чавесом. У нас есть, между прочим, дробовик для таких дел ближних. А, доктор с нами не торгует. В остальных других местах я вроде уже был. Тут туалет, правда? Нет, не туалет показался. А нет, туалет, все верно. А, торговца все еще не предвидится, кроме как Good Springs. Но у нас, слава богу, есть Fast Travel. Так что давайте, наверное, пропутешествуем до Good Springs сейчас. Там продадимся, закупимся и пойдем на наше дело. Чавес совсем, сука, от рук отбился. Да что ж ты теперь постоянно здесь будешь валяться? Ты, кстати, глаза свои вернула в орбиту, это уже хорошо. Ты хотя бы за мотоциклы заныкайся, чтобы я тебя не видел. Что за шутки? Этот Бакстер меня будет преследовать всю мою дорогу. Так. Оу, пассажир! Пассажир, ты спишь, что ли? А ну просыпайся, клиент пришел, твой любимый. Вот так вот. Я не хочу врезать. Помоги мне сохранить, я тебе скидочку на товары. Давай скидочки. Скидочки, договорились. Что у тебя есть?
Так, давайте, ребят, теперь продаваться. Я не думаю, что стоит продавать патроны ему, но думаю, что стоит продать бафаут, винтовку ни в коем случае, бухло, которое мы наворовали. Я все равно пить пока не собираюсь. Гильзы не нужны, вес они не весят, динамит, мало ли какая ситуация может быть. Довоенные деньги забирай, докторский саквояжи один лишь возьми. Истощенная магическая батарея. Fallout. Вот этот ложь забирай, учебники я не понимаю вообще зачем они нужны. В принципе, холодное оружие, речь, конечно, неплохо, но все-таки таскать ради этого целый килограмм. Ментанты, нож пригодится, патроны, пороховой заряд, это что? А, это, видимо, та мина, которую я наступал. Минами мы пользоваться пока не собираемся. Противоядием хардкор, мало ли, меня отравят, в конце концов. Радыкс то же самое. Револьверы можно отремонтировать, между прочим, и начинать использовать. Рикошет, кстати. Регенерация очков действия, не интересует. Скотч виски, спок, стакан, стелс-бой, энергетическая батарея. А нам же теперь нужно оружие. Плазменный пистолет, револьвер Магнум у меня есть. Боксерские перчатки, все остальное мы уже смотрели. А что насчет патронов? Боезапас. В раме винтовка стреляет у нас с вами чем? 5.56. 5.56 патроны. Все давай, которые у тебя есть. Это магнумовские пули, которые нам не особо нужны. Знаешь что, придется тебе пару энергетических батарей мне все-таки вернуть. Да, примерно так мы можем с тобой торгануть. И я еще посмотрю, что у тебя есть из помощи. Так, суперстимулятор, стелсбой, пюре, наливные яблочки. Это я тебе сам всего продавал. Помню. Торговля и еженедельник. Блин, неужели никакого прицела у тебя нет? Слушай, ну ты вообще... Такой себя оказался молодой человек. Ладушки. Да, клиент не очень, кстати, satisfied, но надеюсь, ты счастлив в любом случае. А мне нужно отремонтировать револьвер. Патронов там вроде как хватает. Возьмем его вместо... Рамит винтовка, пистолет, пулемет и дробовик. Но придется брать его на пятый слот. Ковбойский такой чисто. Самая быстрая рука на Диком Западе, я чувствую, скоро будет. Ребят, ну в конце концов, ну что, вы не могли место найти лучше? Что вы на улице разлагаетесь? Вон залезь под этот самый, под мотороллер, я не знаю, под прицеп. Подрывник, блин. Город твой, а ты развалился тут как король. Все, пошли. Мухи уже летают, смотри, совсем охуел. Тут разлагайтесь. Так, у нас есть задание. ТПшимся в исправительное учреждение и отправляемся за головой Чавеза. Сейчас как раз ночь, он должен дрыхнуть. А если Чавес дрыхнет, то Чавес легкая добыча. Компас показывает нам туда. Туда мы и, собственно, отправимся. На врамен винтовку патроны. Что, кстати, больше дамажит, как вы думаете? Врамен винтовка урон 10, ДПС 13, а револьвер 15, ДПС 20. Не, револьвер, конечно, покруче, чем эта винтовка голимая. Даже, наверное, на прицел бы, на револьвер, может, даже приклеил, чем эту винтовку, раз она так херово выдамаживает. Такс. Ну и где наш молодой человек? А Чавес-то, сука, далеко окопался. Ё-моё, какая прорисовка. А можно как-то подальше сделать, интересно? О, смотрите, вот товарищи. Быстрое путешествие. Обнаружили локации. Как это локация? Лагерь подрывников Юг. Здорово. Ты Чавес? Да, damn. Ты Чавес. Вместился ПК. Дай мне все, что у тебя есть, и может, ты останешься в живых. Зацени, до свидания. Нет, то есть ты просто так отсюда не уйдешь. Ясно. Самая быстрая рука на Диком Западе, мать твою. Тебе это о чем-то говорит? А твоему корешу, который тут стоит. У тебя еще два друга есть. Может, это что-то знаешь про самую быструю руку? Как ты думаешь? Явно тоже что-то не знает. Да что ты говоришь? Просто, блядь, револьвер выдает такого говна. Говорит, на остальных наплевать. Мне пришлось. Как он его круто перезарядил. По патрончику так. 9-мм патрон, конечно, берем пистолет, разумеется, берем. Мы отремонтируем динамиты, очень полезная штука. Сигарету оставь себе, покуришь. Правда, я там, по-моему, уже нечем курить. Но неважно, покуришь через другую дыру. Динозаврик. Жалко, что он ничего не стоит. Годзилла такая. Ебать, он сальтухи крутит. Так, хоккейная маска. Без оружия, +5. Хорошая, конечно.
штука, но нет. Утюг, стакан. Нахуя вам все это нужно? Что? Кроме хлама ничего нет. Ничего, кажется. Тут что? Ложку вижу. Десертная вилка. Десертная вилка. И какие-то книги. Ничего, ребят. Вот школа выживания, в принципе, есть. Да, годнота. Так, что у нас с этим молодым человеком? Динамит, однозарядное ружье. Воу. Стреляет 20-м калибром. Интересно, как по урону будет однозарядное ружье. 9-миллиметровый пистолет. Это Чавес. Чавесу, видимо, тоже. Ну, блять, опознать, правда, его будет тяжело. Я не знаю. Это сделал... Это... Что здесь произошло? Нужно как-то замести следы. Я понятия не имею. О, записка. А в записке сказано: некоторые ребята на севере хотели сдать организацию. Мы начинаем думать, что идея неплохая, нам нужно действовать сообща, если мы хотим выжить. Думаю, и ты замечаешь, что путешественников стало меньше, если они становятся умнее, надо помнить и нам. Угу. Забрать ее уже, к сожалению, не получится. Записка подрывника. Пора двигать в лагерь. Мы сделали задание, которое нас просили. Чавес кормит теперь пустынных червей. И еще меня интересует однозарядное ружье. Ну, помимо пистолетов. Оно вписывает 16 урона, но при этом оно, видимо, все-таки дробовик. Ну, а дробовик караванщика у нас уже в наличии. Hello. Со старушки Труди, которая полегла в сражении Good Springs. Дурила, сидела бы в своем кабаке, никто бы ее не тронул. Это надо пойти и помешать. Люди совсем здесь жизнь не то самое, не чтят. Особенно я. Ты кто? Гони бабки, сынок, я сделал работу. Я думаю, ты был добрым, ответим добром на друг. У нас тут полно пороха и динамит, только скажи, мы будем давать тебе каждые несколько дней. Есть лишний порох и динамит? Сейчас у нас пусто, заходи попозже. Чавес тебя больше не побеспокоит, ты его больше не увидишь. Спасибо за помощь в этом деле, но у нас тут назревает другая проблема. Не торговец болтается около тюрьмы. Мне он не нравится, я хочу предложить тебе с ним разобраться. Пошли его, если он нормальный, и убей. Что? Пошли его, если он нормальный. И убей его, если что-то там, ну короче, лучше его не убивать. Есть порох, динамит. Что-то кулево в этом торговце, чтобы его проверять. Большинство народу знает, что тут хозяйничаем мы, так что попытаться быстрее свалить. А этот нет, он будто ждет, пока мы за ним выйдем. Угу. До свидания. Что ж, пойдем проверим молодого человека. Избавиться так избавиться. У меня все еще есть патроны в револьвере, я все еще отморозок. Так что шутки лучше не шутить. Так, давайте попробуем сократить немножко расстояние. А, он в летной школе джин, господи, у меня же там ТП-шечка есть туда. Парень явно ошибается. Вот и он. Как-то я тебя пропустил. Бродячий торговец. Я слышал, тут гром, бандиты, подрывники. Это опасно ходить с торговцами вроде меня. Красноречие. Настоящий торговец был бы обеспокоен близостью бандитов, видишь ли. Вряд ли наведение меня выдает. На самом деле я охотник за головами. Надеялся бы мать низких подрывников, если бы они пытались меня ограбить. За подрывников назначена награда? Нет, не должна быть. Я хочу проявить инициативу. Это территория подрывников, установленная оплата, плати. Он мне вряд ли будет платить, если я уже определился, что он охотник за головами. Ты думаешь, что в одиночку справишься с подрывниками? Лучше уходи, пока не поздно. Подрывники не купятся на твои фокусы. Yeah. Да, это была дурацкая идея, увидимся. А только повернись ко мне спиной. Только, блядь, повернись ко мне сраной спиной. Ну давай, чего ты? Что ты здесь делаешь? Ты меня больше здесь не увидишь. Я считаю до трех. Раз, два, три. Ты не успел. Ебать, он жирный? Твою мать! Он гораздо толще, чем я думал. Благо на криты прокнуло. Ни хрена себе, дядя. Вот это ты, конечно, жесткий. Тебя нужно срочно обезглавить, я считаю. Сильных дровей караванщика починим наш стимулятор. Шляпа с очками, порог урона не имеет, только восприятие повышает. А моя шапка что повышает? Тоже восприятие. Не, нафига мне? У меня круче шляпа. Кожаная броня, отремонтируем нашу. Так, ну и так как это сильный соперник, мы на шестерочку сейчас поставим. Сейчас, секундочку. Вот так. Так. Ну давай, отрубай. Хорошо. И сейчас меня в молнии. Here we are. Отлично. Это будет мой, знаете, у всех преступников есть какая-то штука. Многие там, я не знаю, оставляют волосы. Вот я буду голову отрубать. Годная тема. Так, работа за работой.
Мистер даже не придумал пока что погоняло для тебя. Но так как ты выглядишь, конечно. Ты пижон. Ты рили пижон. Пижон движется к успеху на пустошах. Не иначе. У него куча патронов, кстати, надо бы отремонтировать. Я же все забрал, теперь надо ремонт устроить. Ремонт готов. Пистолет, пулемет, бинокль, рамит, винтовка, динамит. 13 динамитов нужно будет еще впарить. Костюмы, свою же кожаную броню отремонтировать за счет этой галимой. И мое состояние оружия уже вполне себе ничего. Кстати, кушать хочется, наверное, мне скоро захочется. Я не помню, чтобы на хардкоре именно. Я никогда не играл просто на хардкоре. Может быть, надо кушать, может быть, нет. Так. Ну, наверное, ты мне скажешь, зачем ты его убил? What? Чего? Мне пришлось избавиться от него. Good. Хорошо, похож на парня из НКР. Небось, рейнджер какой-то. Кстати, про НКР, мне нужно отправить тебя в Прим. В НКР не слыхать паники из нашего бунта. Я хочу знать, почему. Они что задумали, я чую. Ну, договорились? Что мне нужно делать в Приме? Я знаю, что в НКР есть войска около Прима, так что потолкуй с местными, выясни, не собираются ли двигаться на нас. Договорились? Какие проблемы, братух? Пока я у вас любимец. И, кстати, как там моя карма? Карта местности разная. Стат, наверное. Стат общая, подрывники, Good Springs. Общая. Изгнанник. Пока я изгнанник, все будет хорошо. Я не собираюсь быть хорошим парнем на этих пустошах. Пока это не приносит мне крышек. Так. А по крышкам у нас, кстати, уже более-менее все становится вменяемо. Так, это у нас лагерь подрывников. Любимец. Это я был любимцем, они на меня влетели. Так, нам нужно в Прим. Судя по всему, Прим как раз снизу, там, где показывают точки. Проверка. Прим не виден. А хотя вон какие-то домики есть вдалеке. Наверное, это и есть он. Хорошо. Возьмем наш револьвер. Потому что в нем... А, нет, дробовик караванчик. В принципе, дробан тоже подойдет. Но револьвер это мощь. Револьвер, конечно, мощь. Не знаю, сможем ли где-то здесь подняться, но мне кажется, нет, потому что не зря эти стены здесь. Давайте попробуем пойти и найти нормальный ход. Ладца мне ничего схватить не получается, значит там никого нет. Но меня пугали, что в Криме есть подрывники, которые... О, вот брешь в заборе. Что там есть подрывники, которые не совсем контролируются. Очередная проверочка, видят ли меня. Как оказалось, не видит. Такс. До Прима дошел, даже не почувствовав. Вышел, прошел буквально 25 шагов. И уже здесь. Соперник не обнаружен, нам нужно узнать обстановку. Интересно, НКР вообще меня как воспринимает после того, все, что я сделал? О, я нашел Прим. Здорово. Почти третий левел апнули. Статистика неумолимо ведет меня вверх. И, кстати, еще не раз... Здорово. Я вне закона. Что происходит в Риме? Я могу о себе позаботиться. Спасибо за предупреждение. Осторожнее, если следует повесить лейтенантом. Он в палатке, это дальше по дороге, лежит с западной стороны прохода, если не хочешь, чтобы тебя подстрелили. Западная сторона прохода, это здесь, что ли? Но я уже зашел, к сожалению, вроде как с восточной. Я пойду за тобой. Я пойду на восток. Хотя, судя по всему, запад это как раз вот здесь, вест. Вот же он. А это юг. Ясно, тут юг. Господи, вот это я туплю. Север там. Я думал, я пришел с севера, я пришел с югов. Ну все, тогда ты все правильно мне сказал. Буду держаться восточной стороны. Компас же снизу у нас есть. Никогда, кстати, не задумывался об этом, что в Fallout есть компас. Зачем он, типа, нужен, черт его знает. Ты говорил поговорить мне с лейтенантом. Где твой лейтенант? Где твой лейтенант? Где твой лейтенант? Он в палатке, говорил, стоит. Ты лейтенант? Привет, лейтенант. Сержант МакГи. Привет. Чё так фризит, блядь? Я сержант МакГи, армия Новокалифорнийской республики. 5-й батальон, 1-я рота. Если хочешь поговорить о чем-то, обратись к лейтенанту Хейсу. Планирует ли НКР штурмовать тюрьму к северу отсюда? Понятия не имею, я только выполняю приказы. Откуда ты родом? Я сам... Мне даже не интересно. Пошел к черту, сержант. Так, палатка лейтенанта Хейса. Вот кто нам даст информацию, собирается ли НКР штурмовать или нет. Хейс. Лейтенант Хейс, армия Новой Калифорнии. Вы так официально представляетесь, я даже не знаю. Планирует ли НКВА штурмовать тюрьму отсюда? Военная операция подошла. Командование в курсе ситуации, справится с учреждением. Так, ясно, он не хочет раскрывать все свои карты. Значит, нам нужно искать какие-нибудь упоминания.
Ну-ка, быстро говори! Вы собираетесь штурмовать тюрьму? Не думаю. Давай с тобой поговорим, боец. Вставай, боец, ты точно знаешь? За 5 баксов крышек навалю. Без брони, блин, легион, это надеется. Я рад. Это все, что ты хотел мне сказать? Дурила. Так, ящик с инструментами, записок нет. А если я быстренько в стелсе порешаю лейтенанта, допустим, да? Она ведь даже ничего не поймет, только... Она сейчас даже не проснется. Типа такая, о, черт возьми. Ох, блядь, нет, все-таки что-то не так. Лейтенант Хейс погиб. Я, нет, тебе показалось. Дробовик, быстрее, дробовик. Где же ты? Где же ты, где? Нет. Ебать, у нее броня. О, боже мой. Руки, руки свои помой сначала, прежде чем меня трогать. Ну, очевидно, конечно, что я загружусь, потому что здесь нам уже ловить нечего. Я еще даже шмальнул каким-то образом пару раз. F9. Да, по-быстрому пришить майора не получится, лейтенанта. Как бы нам тебя разговорить? Я? Да. Что вы здесь делаете? Здесь, что мы задержали преступника, за что мы очень разделили. Как ты видишь, мы очень хорошо справились с тем, что должны были бы. Так, а в чем трудности с заданием? Заданием никаких трудностей. Трудности в том, что у нас не хватает снаряжения. Преступник куда лучше вооружены и организованы, чем сообщала разведка. Я пытаюсь добыть подкрепление, да и оружие с патронами помешали бы. Ну черт, дело не движется. Что известно о преступниках? Немного. Они называют себя подрывниками, видно потому, что в качестве оружия используют взрывчатку, которая применялась для строительных работ. Они действуют на удивление организованно, по крайней мере, большинство из них. По счастью, эта небольшая группа в городке, кажется, откололась от основных сил, так что никто не торопится им на помощь. Расскажи об этом. Не надо мне рассказывать, я все и так знаю. Что ж ты, сука, такой не рас... так не рассказал? А ну-ка, что у тебя может быть? Давай узнаем, что у тебя есть. Военные приказы, блять, вот что мне бы у него, конечно, стащить, но я пока очень плохо крадусь. Значит, мы поступим иначе. Сейчас мы пойдем, заскочим в прим, немножко качнемся, получим скрытности и попробуем выкрасть военные приказы после этого. Я буду подстраиваться под пустошь. А то ненавижу эти штуки, знаете, типа сейвлот, 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 быстренько, пока не получится украсть, я ведь не спидраню. Здорово, боец. Это что такое? Ребята, я ваши минные поля разрежу, и ведь не против, да? Ну-ка, давай-ка. Пика хорошая. Как раз это экспу приносит, сейчас и качнемся. Все? Чисто сработано. Перешли минное поле. Парни его так долго выставляли, я так и просто его прошел. Так, давайте, ладно, попробуем быстрее сравнить винтовки. Не просто ж так мы ее таскаем за собой, правда? Хоть у меня и прицела к ней никакого нет. Опа, я заметил на компасе соперника. Угу, он исходит, товарищ. Ну-ка. Вот, сука, скрылся. Опа, еще один. Бум! Скрытная атака, критический урон нанесен. Хорошо. Так, меня идут искать. Кто меня ищет? Тот меня не найдет. А нет, нашел. Блять, у него динамит! Блять, у него динамит! Ах ты, блять, мать, кама! Почему я не могу попасть в тебя? Черт возьми, от бедра не очень хорошо у меня получается стрелять, больше не буду. Так, вас не видят, здорово, вроде разобрались. Кстати, шляпа твоя по нраву мне. Так, ну-ка, закрепи-ка себя, я посмотрю на нее. Отстой, соломенная, ненавижу соломенные шляпы. А, патрончики, бутылочная крышка, винтовка, которую я починю. Монтировка. Монтировка мне к черту не сралась. А, не, это отстойная шляпа. Наемник смутят. Спок. Вот спок я возьму. Так, ремонтируем нашу винтовочку с помощью винтовки этого молодого человека, который любезно ее предоставил. И продолжаем наши разговоры. Так, компас пока никого не показывает. Видимо, мое восприятие еще не настолько хорошо. Господи, мертвый человек! Ты кто? Дэниел Уэйн. Мохавский экспресс, распоряжение доставки 4 из 6. Возьмем. Потом все будем считать. Если вообще будем. То эти истории хуительные. Так, сбежавший преступник. Что там у тебя? 5,56 патрона, это хорошо. Бутылочная крышка, винтовка. Динамит, стимулятор. Sunset Cypress. О, 20 баксов НКР. Полезно так. Тут у вас, судя по всему, какая-то база заколочена. Как вы мне... Ага, уже вижу, как туда попасть. Давай-ка аккуратненько войдем.
Вики Эвенс казино. Вики Эвенс. А, нет. Я не знаю, что привело тебя в Прим, малыш, но, возможно, тебе стоит изменить свои планы. В городе черти что творится. Да, познакомимся. Меня зовут Джонсон Нэш. Муж Рубин Нэш. Хорошо ли? Плохо, но живу в Приме уже 8 лет. Я торговец, если что-то пошло. Кроме того, я заведую местным отделением Хаскового экспресса. Ты торговец, что у тебя есть на продажу? Раз уж ты торговец. 500 крышек у него есть. Школу выживания забирай. Бакс Энтер забирай. Пистолет я себе... Хотя нахуй мне он нужен? Я его отремонтировал, я его и продам теперь. Чем мне его с собой таскать? Правда, у меня пистолет-пулемет есть. Бинокль, в раме винтовку отремонтирую. Гильзы, не знаю, вес они не есть, поэтому пусть будет. Динамит. Забирай все, оставь... Нет, забирай все, оставь мне, ну... Две штучки. Динамит по хорошей цене уходит. Дробовик караванщика мне, конечно. Истощенная батарея не нужна. Однозарядное ружье забираю. У меня дробовик. Пистолетный порох. Противопехотные мины ставить никогда в жизни, наверное, не буду. Хотя не говори гоп, мало ли что может произойти. Спок. Фляжка, энергетическая батарея. А мне от тебя принять. Давай примем. А теперь давай-ка мне винтовка ковбоя, кастет, однозарядное ружье. Это я тебе все продал. 10-миллиметровый у него есть, который дамажит существенно больше. Помощь. Стимпаки. Стимпаки меня не интересуют. Изолента, гильзы, кожаный ремень, секонд... О, увеличение магазина для карабина. Нихуя цена. Ты шо, ёбу дал? Я скорее тебя пришью и заберу это все. Боезапас. На револьвер давайте возьмем. Револьвер годная, годная штука. Где там он? Револьвер 357 калибр. Ну, значит, 357 патроны ему и нужны. Есть такие? Кажется, нет, а только 9-миллипатронные. 357, ребят, 357. Мне нет таких. Очень жаль. Thanks. Я курьер Махавского экспресса. Well, у меня для тебя работа сейчас, извини. Потеряна посылка, которую мне надо доставить. Я расскажу тебе все, что смогу. У тебя есть распоряжение доставки? Что ты можешь рассказать мне об этом? Показать распоряжение... Это не то, что я там подобрал. Oh, а, так это тебе дали распоряжение доставить одну из этих посылок. Весь этот заказ показался мне крайне странным, но от крышек мы никогда не отказываемся. Что было странного в том заказе? Робот-ковбой Виктор просил нас нанять 6 курьеров. Каждый должен был доставить что-то свое. Пару игральных костей, шахматную фигуру и тому подобное. Из данного офиса сообщили, что оплата за 5 посылок получена. Похоже, именно твоя фишка не дошла до адресата. Первый, кого мы наняли на эту работу, потом отказался. Вот паразит. Надеюсь, ему это еще зачтется. И вот на эту сцену вступаешь ты. Отменил? Да, он передумал, когда видел в списке курьеров твое имя. Его аж перекосило, и он спросил меня, настоящее ли это имя. Что? Я ответил, что это самое настоящее имя. Тогда он просто отказался от работы. Я спросил, уверен ли он в том, что делает. Деньги-то хорошие. Нет, пусть курьер номером 6 отнесет. Вот что он сказал. Типа Мохаве сама расстается по местам. Потом он встал и ушел. Ты знаешь, кем он был и куда пошел? Понятия не имею, видать, вас в прошлом что-то связывало, поэтому он так и поступил, даже от денег отказался. Не думаю, что дело было в посылке, может, он подумал, что твое имя приносит неудачу, в общем, не знаю. Ну да, действительно, мне ебало прострелили, как бы. Мою посылку украли, человек в личном костюме, какие-то бандиты, они здесь не появлялись? Несколько дней назад один из местных искал припасы недалеко отсюда, он сказал, что видел Франта в дорогом костюме с ребятами из шайки великих ханов, они болтали какой-то фишки, да-да-да. Один из них подстрелил меня, мне нужно узнать, как до них добраться. Тебе лучше всего расспросить помощника шерифа Бигла. Хорошо, спросим. Когда они пришли в город, он следил за нами и делал какие-то записи. Обратился рядом с Бизоном и Стивом, когда заявился твой щеголоватый дружок. Может, слышал, куда они направились? Ну ладно, хорошо. Где шериф Бигл? Помощника шерифа Бигла захотели подрывники, держат его в отеле Бизон Стив. Его нужно освободить. Ну естественно! Кто, если не старина муравей? Тут никого, а то я тут тоже немножко нервничаю. Блин, на револьвер патронов нет, зато есть на дробовик, на автомат и на винтовку. Это здесь, да? Отель Бизон Стив, точно. Чувствую. Ох ты ж, блядь, как не везет мне сегодня. Ой, блядь, ой, блядь, ой, беда. Я не знаю, что с тобой, братан, но ты очень долго думал. Винтовку, кстати, надо отремонтировать. Ой, осторожно, сюда идут люди. Где мой дробан? Дробан мой где? Сейчас будем принимать в упор. О, бегут. Что это было? Да ничего. Блин, а я не врежу, интересно, в урну, когда вот так вот буду стрелять. Черт возьми, похоже, что все-таки врежу. Да получи в торс. Ой-ой-ой, там куски, походу, полетели.
Кто это? А интересно, действительно, кто это? Вас не видят. Здорово, значит, можно шмотить Израиль. Оп, подожди, не спеши. Нам нужно скрытность заиметь. Скрытность, конечно. Чем наш, тем легче вам тратится украсть что-то залез. Да, это нам подходит. Такс. Парень даже не понимает, что по нему шм... Ох, ебать, тебя закрутило. То ли лыжи не едут. Неважно, продолжение такое не очень приличное. Пистолетные патроны, гильза. Кстати, винтовка хоть в рамен-то не дамажная, но прикольная. Ножки хотя бы закинь свои. Вот это, конечно, круто, прикинь, чувак такой зовут, ему с дробана на вторс, парень, улетел, разлегся. Так, винтовка. Иди сюда, чтобы людей не смущать. Так, остальные, видимо, собачатина, шлем с очками, легкая броня, но она не дает нам восприятия, восприятие нам нужно. Доллар НКР, хорошо. Винтовки чиним теперь. Есть, есть. Берем в руки и погнали дальше. Патронов благо хватает, и остальные ребята выстрелы, как оказалось, не слышали. Кассовые аппараты зачищены. Крышки, вот я вижу, лежат. Игрушечная машинка. Др-др-др-др. Выдалочные крышечки. Все, что мне нужно. Пресс-папье. У меня почему-то... Я помню, что такое папье-машина. Вот пресс-папье, вроде слово такое хорошее, простое, я не помню. Ладно, потом... Займусь саморазвитием. Так, динамит, пиво, стимулятор. Хорошо. Одежда, одежда авантюриста, наемника. Холодное оружие не интересует. Так, а что у нас тут за дверь? Просток, за, замок простой. Я мастер взлома, вы что? Так, 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 так. Вот где-то еще, еще. Подожди. Нет, нет, нет. Вот так. Хорошо. Качественно сработано. Так. Угу. Шлеп! А почему от третьего лица? Где же мой столбу? Затылок парня прострелил. Кстати, там идет еще один, судя по всему. Надо готовить дробовик. А, меня... Он жрет меня через дверь. Ты что, охуевший? Лови в череп. Патроны кончились. О, быстро перезарядил, что ли? В сторонку, сын! Ебать, дробовик это сила. Обезоружил пацана. Это что такое, огнемет? Прикольно. Секач, топливо из огнемета возьмем, конечно. Блин, тут еще люди. Походу, да. Никого. Ему не показалось странным, что его друг уполз в это направление и закрыл с собой дверь? Похоже, что нет. Одежда смытьянина, строчок какого-то дерева. Так, винтовку чиним. Винтовку просто догоняют до идеального состояния. Да никого нет, расслабься. Твое воображение. Это выстрелы были... Так, открывай. Ты же хочешь открыть эту дверь? Вот ты и попался. Блин, этот кажется жесткий. Ох, ебать. Я люблю дробовики. А вон там еще один твой друг, смотри, стоит. Кажется, есть. Помощник Бигл. Это все? Да, кажется, вас обнаружили. А, это помощник Бигл. Так, динамит, пистолет. Мы не откажемся от шмотов, я не знаю, почему должен отказываться от них. Пачка сигарет. Ты вообще женщина, кстати, или мужич? Мужчина. Похоже на мужчину. Но так как ты черный, я не уверен. Есть только один способ выяснить. Сиськи есть? Посмотри сюда. Он меня поворачивает. Он перестал поворачиваться. Ну-ка давай. Нет, ребят, это мужчина. Это точно мужчина. Ладно, сильных соперников здесь я не видел. Так, в ящиках у нас пусто, зато можно поспать в волю. О, да вы тут мясцо жарили, коптили. 5 баксов НКР, патрончики, пистолет. Годно, очень годно. Даже баррикады соорудили, смотри, какие молодцы. И ножки от этих туалеток как шипы выглядят. Так, хорошо, ну что ж, помощник шерифа Бигл. Но тебя спасать, конечно,
Ты должно быть помощник шерифа Бигл. Да, это я, рад встрече. Если конструктивно положение, если обсводишь меня, я буду очень благодарен. Конечно. Мне говорили, что отец мог быть сегодня в ханах, которые недавно побывали в городе. С ними еще был парень в личном костюме. Совершенно верно, сэр. Я буду счастлив подвестороваться, когда позвольте меня из плена. А я сейчас тебя освобожу. О, это прекрасно. Думаю, я смогу выбраться наружу сам. Тут душновато. Если ты попытаешься удрать вместо того, чтобы сражаться, я убью тебя своими руками. Ой, не, конечно, я бы не позволил себе сражаться с моими похитителями, с моей помощью. Ой, без моей помощи, веди. Пошли. А, ложку будешь? Вот тебе оружие, сражайся. Не хочешь? Ну, пойдем со мной тогда. Тут, кажется, потолок немножко просел. Дверь технических помещений. Чего меня все время дверями убивает? Хорошо, что еще никогда из этих ноги не ломает. Это самое, напополам. Я, наверное, потом еще вернусь, зачищу это здание целиком. Там какой-то лифт был. О! Запертый сложный. 75, нихера себе. Зато терминал простой. Но жалко, что я не владею наукой. Так, пойдем со мной. Ну что, помощник шерифа? Самое время поговорить. Ух, какое было приключение. Мы преподаем этим каторжникам урок, верно, верно. Быть схваченным, освободиться, нет. Я не хочу преуменьшать твою роль, конечно, это было захватывающе. А проблема в том, что в Риме все еще нет представителя закона. Что мы будем делать, когда в следующий раз заявятся бандиты? Будут стрелять и брать заложников? Можешь сказать мне о человеке в клетчатом костюме, который недавно здесь побывал? О, да, я свободен от пут, и память моя прояснилась. Я собирал информацию о подрывниках, когда в город пришли из ханов, и твой приятель в костюме. Они говорили о какой-то посылке, которую забрали у курьера. Видимо, ты и есть курьер. Они сказали, что пойдут через Ниптон в Новак, и должны были с кем-то встретиться. В Ниптон, значит. Так, ну раз в Ниптон, я, пожалуй, зайду, все равно зачищу это полностью помещение. Так, что у нас есть для ближнего боя? Ну, пока винтовочку, если что, на дробовик переключимся. Я поехал. Так, активировать лифт. Лифт сломан, его можно починить, требуется навык ремонта 75 или 35 или выше. Да, у меня, к сожалению, я, по-моему, умею ремонт, но не настолько хорошо еще. Да и вообще мне пора оружие немножко качнуть. А все, по лестнице не подняться здесь, ребят. Вон какое-то еще помещение. Ну-ка. Дверь. О, лестница. Так, давайте крадучись. Какой-то второй этаж, походу. Уже есть соперники. Восприятие уже сработало. Боже, благослови восприятие. Вот только украдка моя, конечно, не очень хороша. О, вон молодой человек. Так, ну судя по всему, он патрулирует. Это значит, что назад он сейчас не скоро обернется. Там врагов нет, по крайней мере, я их пока не воспринимаю. Ебать! Это было неожиданно. Так, я думаю, если мы сейчас... Не-не, никого. Никого, простое воображение. Посидим пока. Только что сесть на стул не предлагаю. Ебать, кто-то достал нож! Они идут меня искать. Они идут меня искать. Они проверяют комнаты. Да, парень просто взял. Парень, бля, бежит сюда. Никого. Никого. Пизда. Приготовьтесь к бою, ребят. Парень просто взял, да и умер в коридоре. От пулевого ранения. О. Не пишет, вас никто не видит, потом резко пишут осторожно. Ну-ка, давай-ка. Знаешь, как мы поступим с вами? Это будет очень интересно. На, закуси, пидорас. Я вам даже больше скажу, у меня на всех хватит этого добра. Блять, плохо. Кажется, глюки, ребят. Вы будете жрать его у меня. Они даже не знают, что я здесь. Они просто пишут осторожно. Отбился от стада. Да твою ж мать! Самый дебильный бой, который у меня был. Ебать, слушай, кажется, это неровный бой. Ебанись! Пошел в очко! У него аж голову под текстуру зашкурило.
Смотри, парень такой идет, типа, what? А ему тут сейчас по корпусу. Еще разочек. Кончились патроны, надо револьвер доставать. Нет, револьвер надо доставать. Боже ты мой. Проблема, проблема. А револьвер-то где? На какую цифру? На четверку, что ли? На четверку дробовик. На пятерку револьвер. Вот ты ошибся, кажется, только что. Каким бы крутым ты, сука, не был, но ты ошибся. Ой-ой-ой, вот это перекрутило. Ну-ка, иди сюда, сынок. Это тут не граната сейчас упала? Да я-то даю. Один, мне кажется, скрылся в ужасе. Да, драка, конечно, была лютая. Потом придется пойти к доктору заскочить. А то дело плохо. Точильный камень мне пока не нужен. Я даже не знаю, что это такое. 20, наверное, какое-то оружие можно точить с помощью него. Для этого надо выживание качать. Виски, динамит. Замок очень простой. Ну давай откроем, раз очень простой. Вот так. Докторский саквояж, довоенные деньги, пепельница, чудо-клей, пылесос, стимулятор бафаут, отходы кроники, скипидар. Ну вот, вроде как и все. Да ёб твою мать, двери! Вы что, издеваетесь надо мной? Так. Вас не видят, он меня потерял? Он забыл, что я здесь есть, да? Это многое объясняет. Пистолеты, крышечки, винтовки, стимулятор, патрончики. На винтовку, кстати. Вармент винтовки уже очень много. Как она называется? Врамент. Врамент, да? Да. А, вармент. Вармент винтовка. Я его врамент называю почему-то. Как брамент. Вармент винтовка. Динамит, изолента, изолента, монтировка. Мне кажется, здесь можно даже неплохо обжиться. Ремонт качественно вообще сделали. Двухэтажный пентхаус. Довоенные деньги. Чистящее средство образка. Зачем здесь так довольно чисто? Что за глупости? Так, там еще парочка, кстати, живых. Мне кажется, сейчас они придут сюда. Они двигаются на ист. А тут уже сидит королевский снайпер. Уже вот-вот, уже подходит. Вон он. Сейчас шлепнем. Шлеп! Этому достаточно. Хватит, я уже увидел, как я его подстрелил. Можно поиграть, пожалуйста? Игра? Отлично. И еще один идет, сюда же. Тоже крадется, как мудак. Какого черта? Что за ублюдки? Изолента, монтировка. Крадутся, как будто, вот знаете, в мультиках такие. Тум-тум. Тут такие крадутся, типа не видно, не слышно. И легли вместе. Ну так и лежите, даже трогать вас не буду. 9 миллиметров, монтировка, пачка сигарет. Хотя нет, все-таки трон, это какая-то пидоросня получается. Так. Бутылочная крышка, винтовка. Потертый ключ, секач. Потертый ключ. Уж не от двери на первом этаже это. Так, мне реально нужно к доктору. Вот на этой кровати я бы поспал. Не знаю, почему это невозможно, видимо она слишком хороша. Видимо эта кровать слишком хороша, чтобы на ней спать. Фонтанчик. Но там слишком много радиации. Торговый автомат. Санта-Циприла есть, бутылочная крышка есть, нормально. Так. Письменный стол, бутылочная крышка, патроны на магнум. Вот это полезно. Вот это разговор. Где он, кстати? О! Теперь почти полная обойма есть в запасе. Довоенные деньги. Чемодан пустой. Видимо, кто-то захотел запаковаться, но не успел. Записка о выкупе. Интересно, давайте почитаем. Инфо разное. Записка о выкупе. Миссис Петерсон, если вы хотите видеть вашу жену живой. Мистер Петерсон, если вы хотите видеть вашу жену живой, во вторник принесите деньги в мелких купюрах в Бизанс-Тиф. Не вздумайте пометить купюры. Я, конечно, извиняюсь. Но это похититель. Или это мистер Стив? Я не знаю. Не мистер Стив, это мистер. Ну, короче, его фамилия. Пусть будет скоробогатька. Ох, ебать, оружейный шкаф. Вот тут явно кто-то был готов ко всему. Гильзы зачем я забрал, я понятия не имею. Но патроны крафтить я не хочу и не буду. Это слишком сложно. Так. Гильзы потом выкинуть надо будет где-нибудь отдельно. О, замок внутри очень простой, это я умею.
Это я умею. Вот так. Что мы имеем? Чемодан имеем. Вин, джет, монтировку не знаю зачем я взял, просто так получилось. Психа, между прочим. Так, в шкафу у нас довоенные деньги. Бейсболка нам ни к чему. О, кто-то отвисал. О, смотри, тут столько шприцов. Ё-моё, призрак, блядь, привидение. Или бюрер, одно из двух. Так, все. Столько здесь всякого. Выкидной нож. Всегда пригодится. Ноги отвисают. Эдуарда, снова ты, что ли? Так, этот. В наркоте, походу. Походу, вмазался всем и там и помер. Когда началась война или еще что. Хорошо. О, боже мой, эти двери, блядь, как я вас ненавижу. Я что-то не помню, у меня какая-то такая проблема когда-то была. В урне что-то есть. Пачка сигарет. Так, нам еще нужно успеть приворовать с вами тот самый военный приказ, который мы должны для мистера Эдди. Я их имена даже запомнил. Для мистера Эдди пробить. Ну, вы помните про то, что собираются ли НКР урулить. Лифт я отремонтировать не смогу еще. Ну, плюс я решил пойти пока в скрытность. Но оружие надо прокачать. Оружие это всегда пригодится мне. Так. Добрый день. Я надеюсь... Хотя, кстати, когда я убиваю подрывников, походу, моя карма становится лучше. Может, мне не стоит этого делать? Но всегда стоит это делать. Это кач. По бутылке. Нет, не с револьвера. Бутылка из-под Sunset. Что? Крышка от Sunset Spirit со звездой. Она даже ничего не стоит. Ладно. Там что-то какой-то неоновый этот был. Подсвет. Мало ли что может случиться. Такс. Теперь мы рулим к мистеру торговцу и впариваем ему все добро. Сначала делаем ремонт. Ремонт как мы умеем. Один пистолет у нас вообще в полное состояние. Кажется, а второй так себе теперь. Да, вот это полное состояние, это так себе. В рамен винтовку мы подремонтируем. Она даже дополнительная осталась. Ее выкидывать. Хотя, ну как ее выкидывать, если ее можно продать. Так, секундочку, родная моя. Выкидной нож, динамит с длинным запалом, инсинератор, костюмы. Кожаную броню свою можно подрихтовать. Все здорово. Здорово, как ни странно, получилось. Состояние винтовки улучшилось. Теперь она лупит четко. Ты кто? Сани? Житель Прима. Похоже, блин. А где ваш... Ебать, а ты кто такой, ковбойчик? Привет, дружище. Почему тут все роботы-ковбои? Кто ты такой? Настоящий ковбой, официальный гид музея Казино Вики Эванс Ихо. Мне даже не интересно. Где старый хер? Старый хер, ты где? Не могу его найти. Старый хер, это ты? Нет, ты житель Прима. Ребята, где я смог спрятаться? Опа. Конечно же, за такими дверями меня никто не увидит. Антирадин, блочная крышка, виндовая... Ах, а что тут это воровство? Как будто этим казино кто-то заправляет. Ну вообще здесь ничье. А вообще мое казино. Ну-ка съебались отсюда. Шахматная доска. Вот, лучше потренируйтесь. Я слышал старика. Че вы такие бодессы, когда вы так стволы носите? Привет. О, Рубинеш, где твой муж? Где твой муж? Пришла, привела тебя в мир. И твоего мужа ищу. До свидания. Ни хрена себе здесь. О, ебать. Вас обнаружили. Ну как я что-то сурую, если меня обнаружили. Подожди, давай спрячусь за урну. Не видно. Вас не видят. Так, 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 так. Вас обнаружили. Не видят. Обнаружили. Не видят. Не видят. Не видят. Не видят. Кажется, качественно сворвал, ребят. Есть такое подозрение. Сейф, замок простой. Пока не видят. Давайте еще и сейф вскроем. Отлично. Блять. Осторожно. А хули осторожно? Я что, прячусь тут? Ебать, у нас какой-то, короче, герой есть. Ну иди сюда, нахуй. Давай переговорим, блять, быдло. Ебать, вы все... Нет! Кто зайдет сюда, умрет, и я загружусь. Кто хочет смерти? Джонсон Нэш, я искал тебя, пидорас. Я искал тебя, чтобы продать тебе твой кал. Следи, как он глаза щурил, ебать. Нам нужен лоуд. Смотри, как она перезаряжает долго. Я быстро. Бубухна! Старикан. Хорошо. А я что, засейвился? Ебать, я, похоже, засейвился.
Пизда рулю, ребят. Придется хуярить автосейв, судя по всему. Ну, или хуярить. Да, придется хуярить автосейв. А, автоказино, Вики Вэнс. Че ж меня так засейвил, противно? Или сам себя засейвил? Но я все еще помню, что мне нужно. Перехуярили вас, конечно, докопашиться некогда. Так, не видят. Этот сейф мы просто берем все. Даже без лишнего напряжения. А вот там сейчас надо будет уже поосторожней. Стоп! Вам сюда ни к чему идти, родные мои. Так, вас не видят, вас обнаружили, вас не видят. Ебать. Ну и хули. Это даже ничье. Где ты, старикан? Ты самый первый, блядь, прибежал. Это ты? Привет, Джонсон Нэш, здорово. Эй, youngster. Все еще в приме? Да, хотелось бы... Это мы с тобой уже обсуждали. Не знаешь, собираться ли НКР штурмовать тюрьму к северу отсюда? Вот память уже не та. Нужна мотивация, не знаешь ли. Красныч, я прошу вежливо, только один раз, старик, теперь отвечай. Не надо так злиться, малыш. Мы же все друзья здесь. Вообще-то я хотел никому об этом не говорить, но один дезертир, служивший НКР, обменивал здесь припасы. Он сказал, что НКР наконец-то приняла решение отбить тюрьму, хотя со дня на день послали домой ему солдат. Блин, вот это, конечно. Передать Эдди надо теперь это все, срочно. Теперь мне нужно с тобой поторговать. А у тебя денег нет, ясно. Я не знаю, что я хотел, но передать Эдди, предложив лейтенанту Хейсу помощь в возвращении тюрьмы. Передайте Эдди, предложив что-то, можно даже так поступить. Пожалуй, я просто скажу Эдди. Эдвард, у нас проблемы. Большие, мать его, проблемы. Блин, где бы найти прицел к винтовке, сука, или вообще другую винтовку уже. Она уже устарела. Кстати, мне нужен док. Очень срочно. Крышек миллион, нужен доктор. Так, то ли дело, помните, не на хардкоре. Поспал и нормально, часик. Подрыхнул, все, отремонтировался. Эй, давай, лечи. Мне нужен доктор. 75 крышек, давай. Это меньшее, что я могу тебе предложить. Опять ты мне закрыл глаза, как чумак поколдовал, и все прошло. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну что, юноша, вот и я. What? Чего? Ты меня послал? У вас проблемы, НКР собирается решить, наверное, ваше заведение. Like похоже, они уже здесь, я им живем не сдамся. No тебе не стоит остаться и помогать нам, но если хочешь, убей пару подонков на дороге. Ебать, заварушка! Конечно, я хочу устроить заварушку. Следующий уровень, давайте еще прокачаемся перед этим. Так, что нам может понадобиться, друзья мои? Я думаю, изначально нам нужно качнуть красноречие. И оружие до 40. Ну а теперь ремонт. Нет, ремонт на 30-ку. Скрытность 32. Взлом вроде пока еще что-то умею. О! Интенсивная тренировка. Это я уже качал. Понимание. Это не то образованный, дает дополнительные. О! Вот эта вот штука очень нужна. Образованный дает дополнительные 2 очка навыков в каждый уровень. Лучше взять ее пораньше. Конечно, мы ее туда возьмем. Hello. Остальное же. Там каннибал еще был, меня, конечно, прикололо. Ладно, самое время выходить и устраивать. Замес. Ну так а где они? Ебать. А чё я здесь один воюю, блядь? Я, пожалуй... Ебать! Чехлите стволы, ублюдки! Они идут! Где мой пистолет-пулемет? Они уже здесь. Где мой пистолет-пулемет? Почему он на двойку не вызвался? Пистолет-пулемет. На двойку. А, на двойку нельзя. На единицу тогда давай. Я не могу это все танковать, ё-моё. Они слишком толсты. Стимпак, блядь. Медикс и стимпаков. Ебать, заваруха. Вот этого, пожалуй.
из которого уже кровище течет. Блять, прям процентов мало. Лучше вручную стреляй. Вот они у меня в фокусе, да? Вот ты подставился, сынок. Так, отойти надо, отойти, отойти, отойти. Хорошо, хорошо, есть, есть. Там уже плазмы хуярит, это ненормальный. Под пиздоть, я как гэнгста не годить. Слышь, мне кажется, мы явно проигрываем. Боец МКР, давай поторсуем, его мало. Еще, еще, еще добавить. Еще один. Хорошо, ебать, он капоэрист, оказывается, в отставке. А вы-то что против меня? Вы-то, блядь, что? Ублюдки. Что ты выебываешься на меня, сынок? Так, чувствую, здесь придется сделать дегулечку. Только по той причине, что я стал врагом всех резко. Я не знаю почему. Так, авто, тюрьма. Ты ты замес. А, чё я туплю, блять, у меня же динамита дохуище. Сейчас опять стану врагом пол резко. Нет, вы знаете, повезло, блядь, в этот раз. В сторонку, уёбки, блядь. Твою мать. Я враг всех. Опять, да, динамит тут не сработает. Придется придется хуярить так. Хотя, вот план. Этот план реально может сработать, пока они не подошли близко. Кидай, 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 блядь, кидай. Хорошо, беги, 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 спасайся. На, нахуй. Блять! Знаете что? Они чувака уже убили, блядь. Чувак уже лежит никакущий. Ай, в него в труп, давай хуярить. Так, срочно, медик, срочно. Пару кумпаков нахуй едем. Они, кстати, очень быстро сейчас что-то всех убили. Может, потому что я не атаковал? Отступаем, отступаем. Отступаем. Блять, ну что ты за человек-то нахуй? И опять враг подрывников. Ёбаный в рот, блядь. Ёбаный стыд. Как вы защищаетесь, я не знаю. Так, давай-ка я теперь потанкую немножко. Мне медикс сразу мазнуться надо. Сейчас мазнусь медиксом и сразу сделаю сейф. Едем. В сторонку, блядь. Ну и хули. Вы вообще здесь? Да и похуй на вас. Так, все, заманил. Заманил козлов. Так, сейвочка, хорошо. Заходим. Заходим, не стесняемся, люди. Не ты! Там уже на ножах драка пошла. Блин, мне нужно что-то более домашнее. Блин, она не точная. Watch out, watch out. Там еще куча людей, не знаю, почему не зашли. Ребят, вы где? Подходите. Не стесняйтесь, устроим заварушку. А можно я пока у вас возьму этот карабин ваш прекрасный, у вас там не стрелять, вот боевая винтовка, очень хорошая штука. Подожди, только не врывайтесь еще, не врывайтесь, подожди, боевая винтовочка, вот да, типа вот эту штуку тоже. Так, отступление, тактическое, тактическое отступление. Я, блядь, своего попал. Нет, не попал, нормально. Так, оружие. Боевая винтовка отремонтировать, взять в руки пока, сделать сейф. Ну и вот теперь мы, сука, сами устроим заварушку. Это твои. Исключительно твои идут. По одному патрону стреляют. Блядь, своему ебало попал. Просто меня знаете, что удивило? Жаль, конечно, что попал опять по своим, придется делать лот. Но хуй бы он там делал. Кажется, парочка есть. Или, по крайней мере, один. Вот тебе тупо в табло.
Ни одного не могу попасть. Ну вот попал. Сразу притом, кстати. Хорошо. Что-то получается, друзья мои. НКР получен дурная сразу. Do I look like I care? Так, стимпаков парочку. Вот ты ошибся, братан. На, по лицу, блядь. По наглой рыжей морде. Что это за турбобоец спиной повернулся? Давай ему прям в спину насажаем. Ломай его, кто бы ты ни был. Это твой. Это последний. Оставьте его мне. Он, походу, побежал прямо на главаря. Он реально пошел прямо на главаря. Вот это он рашит. Закуси, буду мочить тебя прямо в сортире, ублюдок. Есть контакт. Презренный. Своим изменением вы заслужили презрение. Да мне похуй. На НКР. С высокой просто колокольни. Так. Есть у нас 28 пуль. Нож, шлем бойца. Броня с лицевой маской. Броня, в принципе, ваша мне по нраву. Ее, может быть... Я перегружен? Серьезно? Давай я отремонтирую с винтовкой и перестану быть перегружен. Hello. Омлет, где лидер? Лидер пал? Неплохая была драка. Ты там себя не заминировал, придурочный. Так, патрон. Патроны все. О, я же говорил, что я, сука, заимею твои очки. Тупой ты ублюдок. А револьвер давай свой. Так, нам нужно сейчас срочно избавиться от лишнего. Например, от вот этой штуки. Например, выбросить к черту ненужный пистолет. Например, что у нас? У нас, блядь, огнемет очень дохера весит. Нож никому не нужный. Револьверы отремонтировать можно за их же счет. Костюмы. Броники. Есть. Так, мы еще и левел поднимаем этим самым, этими действиями. Сигареты, солнечные очки починим за счет солнечных очков. А чем вы стреляли? Где ваши стволы? Или вы 9-миллиметровками фигачили? Еще солнечные очки. Слушайте, ребята, вы мне хороший подгон сделали. Я не знаю, зачем они мне нужны. Но так же я выгляжу гораздо круче. Так. Хенниган. Блять, это похоже был мой доктор. Нет, это был даже... Это, да, похоже на доктора. Подрывник, лидер, лидер здесь, телохранитель. Блять, вот это был Эдди. Очень жаль. Бутылочная крышка, ключ администратора, плазменный пистолет, нож. С подрывниками мне не задалось. У этого пистолет-пулемет я возьму. Мне он нужен только для того, чтобы отремонтировать мой. Боевая винтовка. $20 НКР. С лицевой маской мне ваша броня ни к чему. А хотя бы броня, я же ее чиню. Я, может, ее даже одену. Так, боевая винтовка, опять же. Хоть новый ствол есть. Так, теперь у нас перегруз, и нам нужно устроить бешеный ремонт. Готово, боевая винтовка. Готово, готово, готово. И это тоже можно отремонтировать. Качественно сработано. Еще парочка боевых винтовок. Блять, репутация моя, конечно, в НКР теперь не очень хороша, но что поделать, жизнь такая штука. Нехуй было лезть, куда не просят. Так, снаряжение, боевые винтовки. Вот эта теперь боевая винтовка полностью заменит мне 9-миллиметровый. А, нет, наверное, брамен винтовку она мне заменит, кстати. Да, именно так она и сделает. Оу, дамочка. Костюмчики. Есть, есть. И по весу входим нормально. Теперь этот НКР броня. 10 порог урона, в то время как моя кожаная всего лишь 6. А вы надели броню в характерной или определенной фракции? Ты каприн стоит других членов приватил. Не. Тогда пока я не буду ее одевать. Я же все-таки как этот. Как в лагере подрывников нахожусь. Подожди, а где же боевая винтовка, которую я... Так, есть. Ладно, возьму боевую винтовку на единичку. Знаешь, чё... О, у вас новый лидер, ебать, или что это? Подрывник. Омлет, что ты смотришь?
Знаете что, ребят? У вас тут есть сейф, а так как вы уже все мертвы, я не вижу смысла Ох, блять, как схватило-то! Я не вижу смысла оставаться вам живых. Поэтому я, пожалуй, стелса захуярю сначала тебя, амлет. Я еще и кармы получил за это, нехуй делать. Вот так. Такс. Ну что, амлет? Есть что сказать? Кастет, психа. Мудак ты. Ладно. Ты стоишь того, чтобы тебя разделали в этой серии. Только надо встать для этого. Here we are. Есть. 50. Но у меня такого навыка взлома, к сожалению, нет. Зато тут есть винт, пачка сигарет и пара карандашей. Парень налутал пистолетов-пулеметов, видели? Сейчас я их отремонтирую. Револьвер, солнечные очки. Так, ну у меня есть от здания администрации. Наверное, от этого ключ. Использовать ключ. Готово. Что за место? Ящик со взрывчаткой, патронов миллионы. А подрывники меня как, уважают, интересно? Я бы стал вашим новым лидером, если бы вы просили. Наталька, если бы... Ебать, там урон в секунду 109 у этого. У 9-миллиметровой штуки. Осколочная граната, металлолом. Вы знаете, в принципе, до этой серии уже хватит событий. Спасибо, что были со мной. Доброго ФПС. С вами был Шестрила. Пока-пока.